шлюшки на детском отделе. Хотя я не шлюшка. Что вы пустите при мне такой слухи? Ты знаешь Элли? Она чует. Меня терпеть не может. Я пыталась ей объяснить. Девушке следует уделять внимание внешности. Тут немножко румян, там немножко диеты. Вполне разумные доводы. Но спустя пару лет таких разговоров она не выдержала и переехала в Пекин. Сказала, что хочет жить своей жизнью без меня и скутера. Видите? Обращаюсь к бойцам Алого Копья, оставшимся на Пандоре. Генерал Нокс убит, и учитывая, как низко копье ценит жизни своих солдат, можно не сомневаться, что за вами уже никто не прилетит. Так что, если не хотите умереть с голоду, у вас два выхода. Первый — податься в бандиты, а вот второй — присоединиться ко мне и помочь защитить жителей Пандоры. Я могу предложить вам еду, кровь и шанс бороться за что-то стоящее. Такого шанса корпорация «Атлас» вам никогда не давала. Роланд, конец света. Привет! Нужно расправиться с кучкой тварей. Ты идеальная кандидатура. Мордоплюй. Дурацкое название, да? Я хочу придумать получше, прежде чем альманах пойдет в печать. Поройся в заначках мордоплюй. Я узнаю об их питании и подберу им название повыразительнее. If the Vault Hunter cannot stop Jack, Pandora will. Нам Джека нет. Thank you.
эти курганы для отбросов. Это предполагает разум на уровне приматов. Точно. Я назову их приматварями. Я сообщу своим издателям, а ты пока прикончи пару приматварей гранатами, ладно? Посмотрим, как у тебя получится с новым названием. Издатели не оценили приматварь. Ладно, как насчет дикохищников? Это самые хищные существа. И я говорю это при том, что молотильник вырвал мне руку из сустава. Жуткие воспоминания. Во всяком случае, обкатай новое название. Побей пару снарядов дикохищников. Посмотрим, придется ли им это название к лицу. А знаешь что? Костежоп. Точно, теперь мы называем их костежопами. Убей их, пяток, что ли? Мне уже все равно.
Может, мордоплюй не такое уж и неудачное название. Возвращайся. Дурацкое название, но я придумаю что-нибудь получше до выхода альманаха. Уверен, что придумаю.